Видимо, моря в Одессе уже недостаточно. В рамках благоустройства черемушек ремонтники решили соорудить и еще одну достопримечательность – небольшую гору. Одесситы пока ее обходят стороной, видать, еще не привыкли. Обрушение фасадных конструкций в Одессе продолжается. На этот раз упал балкон прямо на машину. То ли водитель на кого-то сильно обиделся, то ли пора уже чиновникам заняться этой проблемой. А то, глядишь, и на них балкон упадет. Парадоксально, но за ДТП, совершенное в Украине, взятки требовали в американской валюте. Но все вернулось на круги своя. Несостоявшегося взяточника арестовали украинские копы. По мнению одесситов, некоторые водители паркуются так артистично, что им следовало бы попробовать себя в цирке. А вдруг человек и призвание свое найдет, и машину оставлять будет в положенных местах. Неизвестный, гуляя по французскому бульвару, ломал саженцы деревьев. Как говорят, сила есть, ума не надо. Хотя какая там сила? Попробовал бы дерево сверстника голыми руками сломать.